Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев на стадионе. Они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Состав Лацио. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев на стадионе. Они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Состав Лацио. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев на стадионе. Они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Состав Лацио. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Первый тайм начался. Лукас Лейла. Вне игры фиксирует боковой. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом.